Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки, и сегодня мы вместе с нашими супергероями продолжаем бороться с енотами. Ух тышка, смотрите, друзья, у нас новое особое задание. В круизе победи 10 больших енотов за одну пробежку. Круто, смотрите, мы можем заработать 950 монеток. И еще нам нужно открыть 10 сундучков. Прикольное задание. Ну что, ребятки, давайте попробуем выполнить хотя бы одно задание. И тогда мы получим почти 1000 монеток. И сегодня мы играем кошечкой Анжелой. Вперед, Анжела, выполнять задание. Так, ребятки, вот наши еноты. Делаем большой прыжок. И вот так вот клевенько разбрасываем этих маленьких злодеев. Не забываем, нам нужно побороть больших енотов. А вот и огромный енот, который захватил Джинджера. Вот тебе! Молодец, супер Джинджер. Круто, крутой у тебя удачи. И наша кошечка тоже оказалась очень крутой, победила одного большого енотика. Ну что ж, ребят, еще 9 енотов нам вместе с вами нужно будет найти. Да, кстати, ребята, а вы играете в эту игру? Кто играет, не забывайте ставить свои лайки. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, друзья. На нашем канале очень много интересных для вас видео. Так, опа, какие препятствия, и мы их всех отлично прошли. И, конечно же, не забываем собирать золотые монетки. Так, вот еще енотик, вот тебе. И еще сейчас попробуем победить парочку енотов. Где же эти большие еноты? Вот еще один, смотрите, друзья. Получай! Есть. Отлично. Так, осталось нам найти еще 8 енотов для выполнения нашего задания. Так, вот вам, как клево Анжела справляется с этими мелкими енотиками. Да, эти еноты, ребятки, захватили весь город наших супергероев. Так. Вот вам, всех разбрасываем. Ага, хочешь убежать от нас? Вот тебе получай. Ух, супер прыжок. Вау, ого, вот это круто. Оп, ух, чуть не врезались. А, пропустили супер силу. Ну, ничего, не расстраиваемся. Так, чувствую, ребятки, где-то рядом здесь большой енот. Сейчас посмотрим, где он спрятался. Ребята, каким героем вы любите больше всего играть в этой игре? Тоже пишите в комментариях, мне очень интересно. Смотрите, суперсила! Есть! Вау! Ого, вот это да! Клево, клево, клево! Опа! Так, отлично, еще мешочек с монетками. Ребята, скорость уже так увеличилась, если честно, уже мне сложно становится бежать, но ничего, я стараюсь. И, по-моему, у меня это неплохо получается. Ай, летающие еноты! Ой-ой-ой, ребятки, что-то совсем не получилось у меня справиться с летающими енотами, но ничего, ничего. Сейчас у нас цель найти гигантских енотов. Так, возьмем магнитик, и с помощью магнита теперь мы с легкостью притягиваем монетки. Так, отлично, бронь, вот как раз то, что нам нужно. Теперь нам пока ничего не страшно. Но очень жаль, что бронь эту мы одеваем ненадолго. И вот, смотрите, мы уже без брони. О, ребят, здесь у нас опасно. О, нет! Фух! Ой, еще опасности, препятствия. Давай, кошечка, мы должны это все пройти. О, нет!
Есть у нас красные карточки или нету? Нету, к сожалению, у меня осталось только две красных карточки. Оу, как жаль, как жаль. Так, давайте, ребятки, посмотрим, есть ли у нас свободные сундучки, которые мы можем открыть. Сейчас посмотрим. Так, ага. Есть, смотрите, есть 2000 монет, рубинчики наши. Так, ну, в принципе, круто. И еще один сундучок мы поставили на открытие. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Так, победи 10 больших кинотов за одну пробежку. Ну, увы, за одну пробежку мы так не смогли, к сожалению, найти 10 кинотов. Так что у нас остается это задание. Поехали, ребятки. Попробуем его снова выполнить. О, видите, смотрите, полетел. О, куда же ты перепрыгнула, Анжелочка? Ладно. Вот еще один. Так, ну есть, одного победили. Ого, еще один, круто. Получай! Класс! А, еще есть. Вот, ого. Сколько их здесь много, ничего себе. И вот он следующий, смотрите, клево. Ай! Есть, давай, давай, давай. И еще один. Ничего себе, я еще никогда не видела сразу столько огромных енотов. О нет, Анжела, нет, 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 ребятки, снова не получилось. Эх, как жаль, как жаль. Ладно, мы продолжим. Вернее, даже начнем сначала. И вот наш первый огромный енот. Есть. Так, да ну что за беда-то такая, а? Эх, невезение. Хорошо, мы не сдаемся. Пробуем еще раз. Вперед. Так, есть. Первый есть. Второго попробуем победить. Давай, давай. Есть второй, отлично. Так, ребятки, здесь тяжело, но вот так. Отлично. И еще один, смотрите, клево. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, ребят, что я вам скажу, нелегко здесь совсем. Так, как же нам-то осилить этих больших енотов? Так, первый есть. Давай, Анжела, мы уже путь знаем. Давай, есть, отлично. Третий. Круто. Вау! Ох. Совсем не везет. Но ничего, ничего, пробуем еще раз. Так, давай, давай, Анжелочка, у нас осталось совсем мало времени. К сожалению, оно у нас уже заканчивается. Но, ух тышка, есть. Три енота есть, ребят. Давайте еще один, четвертый. Так, уже лучше. Отлично. И давай, давай, давай. Как клево. Опа, получай. Так, ребят, боюсь сглазить. Ну, по-моему, пока неплохо. Давай, еще. Вперед, отлично. И последний. Круто, ребят. Фух, миссия завершена. Мы выполнили ее. И мы получаем нашу награду. Забираем 950 монет. Клево. Фух, да, клевое было задание. И у нас есть следующее задание. Перепрыгни препятствие. Ого, 122 штуки. И за это задание мы получим 10 рубинчиков. Ну, давайте попробуем, ребят. Это будет последнее задание на сегодня. Попробуем его выполнить. Ого, какая огромная скорость, ребята. Ну, пока вроде бы что-то получается. Так, есть. Есть. Так, еще осторожнее. И я смотрю, ребятки, здесь очень много препятствий. И они очень-очень сложные. Смотрите, как быстро мы набираем. Уже 18 препятствий, даже немножечко больше. Так, поехали, машина здесь. Осторожнее, Анжела, будь повнимательнее. Есть, прикольно. Ха-ха, клево. Раз, два. Ой, мамочки! Давай, еще еноты на пути, с которыми мы должны бороться. Ага, боишься, вот тебе, вот тебе. Вау, ну вот, ребят. Да, это, я вам скажу честно,
сложноватенькое задание, но ничего, мы не расстраиваемся. И я думаю, в следующей серии мы вместе с вами обязательно его пройдем. Мы пройдем этот сложнейший путь. Так что оставайтесь вместе с нами на канале. И, конечно же, ребята, в следующей серии я обязательно вас жду. Приходите, будет очень интересно. А на сегодня все. Всем пока-пока, до скорых встреч!